Каспийской гимназии номер 11 прошел обучающий семинар с сотрудниками по физическому воспитанию дошкольных образовательных учреждений города о пользе теннисного спорта. Семинар прошел в рамках программы по обучению элементов игры в настольный теннис в детских садах республики. Председатель Федерации теннисного спорта Дагестана Константин Аванесов пояснил, что в ближайшем будущем семинары будут проходить не только в городах, но и в районах Дагестана. Кроме того, он также отметил основные плюсы данного вида спорта. Это для зрения, это гимнастика для глаз. Это не только левой, не правой рукой. Мы можем и левой рукой то же самое делать. Понимаете, это левое полушарие головного мозга, правое полушарие работает. Это координация. И мы не ставим задачу, чтобы все пришли в настольный теннис. Мы, в первую очередь, ставим задачу – это оздоровление ребенка. Потом вот эти навыки, которые приобретет ребенок на уроках вот этих по физическому воспитанию в садиках, он может идти, ему легче будет на другие виды спорта. На сегодняшний день программа будет действовать на базе Каспийской гимназии номер 11, где любой желающий сможет попробовать себя в этом направлении. На базе школы уже расположены необходимые принадлежности для занятий теннисом всех возрастов. Вот 11-я школа, вот директор Мурат Шизадаевич, кандидат мастера спорта по настольному теннису, он зампредседателя Федерации настольного тенниса республики. Он лично возглавит вот эту работу. Пока в одной школе все дети могут приходить сюда, кто изъявит желание. Вот видите, здесь два профессиональных стола. Один стол у нас — это именно для детей, которые в подготовительных группах. Он меньше в размерах, им легче просто играть. Но поверьте мне, что ребенок 5-6 лет, если у него есть чувство мяча, если у него желание есть, он может сыграть и на взрослом столе. По словам председателя Федерации теннисного спорта Республики Дагестан Константина Аванесова, на следующей неделе подобный семинар пройдет в Кизлярском районе.